Сникерс и Ланочка. Встреча. Такая красивая пара лабрадора. Светленькие. Бегут. Здравствуйте. Здравствуйте. Понравились собаки друг другу. Ай, приглашает Лана Сникерс заехать. Вот приглашает. Сникерс и Ланочка. Сегодня у нас 30 марта 2021 года. Одесса. Такая красивая пара лабрадоров. В конце мая будут детки. Сникерс песню свою запел. А Сникерс. По кругу. Ланочка на месте не стоит. Вот Сникерс, вот мальчик. Красивая девочка, беленькая у тебя. Вам нужно будет ее на поводке держать, потому что она его загоняет. Еще пару минут, пускай они побегают. Хвост отводит, я так вижу. Угу. Она просто может не стоять на месте. Я вообще могу ее подержать, в принципе, да? Сейчас? Так. Да, минут, пару минут еще и подержу. Да, чтобы не сильно устали. Да, чтобы не устали. Хорошо, хорошо. Ну или так, это у нас сегодня 28 марта 2021 года Одесса. Сникерс и Ланочка. Ждем щенков через 2 месяца. Сникерс. Отпускайте. Сникерс, видишь, Лана пока. Ну, у них такие бутсики будут, да? Спасибо. Да, хорошие дети, хорошие, светленькие. Мощные такие. Да. У него отец какой-то очень.